супершпионское задание. Привет, Скай! Пора лететь! Оп. А ты готов стать шпионом? Шпионом? Зачем это? Потому что у меня тут секретное сообщение. Только для тебя, Джет. Моло из Южной Африки, секретный агент Джет. Моло? Моло значит «привет» на языке коса. Это один из официальных языков Южной Африки. Слушай внимательно. Твое задание, если ты согласишься, найти вот этот дом в Кейптауне. Дом в Кейптауне? Запомни, Джет, никому не говори о своей миссии. Ты не должен испортить сюрприз. Какой сюрприз? Это сообщение превратится в конфетти через 3, 2, 1. Вот это сюрприз! Занимай свое место, секретный агент Джет. Джет, приготовься к взлету! Пора лететь! Шпионское задание в Кейптауне! Мало! Кейптаун, привет! Какие же здесь красивые горы! Ух ты! Секретный агент Джет, пожалуйста, назови пароль. Пароль? Посмотрим. Вам посылка? Пароль принят. О, вот повезло. Вот это да! Похоже на тайное убежище! Все не то, чем кажется. Многое остается в тени. А, это же Чейз! Секретный агент в команде Суперкрыльев! А еще с нами лучший шпион Южной Африки, секретный агент Вуйо! Добро пожаловать в команду, Джет! Я сейчас устраиваю праздник-сюрприз. На день рождения дочери Унати. А в этой посылке ее суперсекретный подарок. Унати с классом поехала на экскурсию на пляж Болдерс. Твоя задача доставить ее одноклассникам приглашение. А теперь простите меня, нужно сопроводить секретный праздничный торт. Хей-я! Африканские пингвины! Веди себя как пингвин, Джет. А когда у Нати не будет смотреть, передавай приглашение. Быть пингвином, понял? Побежали! Да, пингвинчик? Праздник-сюрприз для Унати! Ой-ой, я падаю! Падай, как пингвин! Отдай! Что с теми пингвинами? Ой-ой! Приглашение уплывает в океан, Джет! Волны слишком сильные! Нам не добраться! Но как мы пригласим одноклассников Унати? Настало время звать Суперкрылья! Мои невероятные друзья, которые придут на помощь, когда бы они мне не понадобились!
База, прием! База слушает, Джет. Как у тебя там дела в Кейптауне? Приглашение на праздник у Нати уносит в океан, а ее класс скоро уезжает. Посмотрим, кто же сможет спасти секретный праздник. Донни! В его наборе невероятных инструментов найдется что-нибудь для шпионского дня рождения. Донни, справится Скай! Только вот сейчас Рою помогу. О, можно мне тоже, Скай? Я просто обожаю дни рождения, особенно если это сюрприз. Ладно, секретный агент Рой, твои багажные вагончики могут пригодиться. Ой-ой, школьный автобус только что приехал. Хорошо, что Донни уже здесь. И Рой? Дела налаживаются! Донни, трансформируйся! Я в порядке, шпионы! И мы готовы к бою! Но, Рой, приглашения уплывают, а класс у Нати уезжает! Как же нам их пригласить, пока у Нати не вернулась домой? Сначала нам надо достать приглашение из воды! Дани сможет справиться! Исправим все, что угодно с моим набором невероятных инструментов! С этим суперсачком мы легко достанем приглашение! Тогда за дело, Донни! Поехали! У-ху! И готово! Все приглашения теперь у нас! Почти, Донни! Пингвины забрали одно! Кажется, они тоже хотят прийти! Так теперь у пингвинов праздник-сюрприз! Соберитесь, шпионы! Нужно как можно быстрее пригласить класс у Нати. Разработаем план операции. Во-первых, Джет использует реактивную скорость, чтобы пригласить класс, пока у Нати не видит. Реактивная праздник-сюрприз для Унати. Твое приглашение. Да, спасибо, Джет. Потом дети получат разрешение от родителей, а Рой соберет всех в вагончиках. Можно пойти, мама? Пожалуйста. Конечно. Садись в секретный праздничный экспресс. Скоро наступит время праздника! Ура! Поторопись, Джет! У Нати практически дома! Ой, нам ни за что не успеть вовремя! Но ее можно задержать! О, интересно, почему мы едем так медленно? Ой, простите, ребята, первый раз за рулем. Агу-агу! Летим скорее домой к Унати! Реактивная скорость! Ого! А, что-то странное пролетело мимо. Спасибо! До встречи! Пока! Вам пазлы! Какой сегодня странный день. Гигантские пингвины, маленькие машинки. Что дальше? Пожалуйста, назовите пароль. Моло. Пароль принят. Сюрприз! Это праздник-сюрприз? Линда, пингвины и весь мой класс! А ты кто такой? Я Джет, вовремя, как всегда. У меня для тебя праздничная посылка.
С днем рождения, Унати! Слушай внимательно. Интересно, что там? Сегодня тебе исполнилось 8. Это значит, что ты готова стать шпионом, как я. Настоящим шпионом? Это правда? И твое первое задание начинается прямо сейчас. Жди указаний. Сообщение превратится в конфетти через 3, 2, 1. Ого! Собственные шпионские часы! Спасибо, секретный агент, мама! Можем отправляться на задание! Ай-я! Готовы лететь, секретные агенты? Ага, суперкрылья! Спасибо! Суперкрылья! Мы достаем!